У нас 9 часов вечера. Полнолуние сегодня. Ну или почти полнолуние. А трава уже хрустит. Подморозила. Это вот обычно как бы под утро морозит, а тут с самого вечера. Не знаю, вода еще не застыла. Но трава, да. И очень светло. Вот, это без подсветки. Вон она, наша подсветка. Так что прям луна хорошо освещает. Да, привет, Юль. Я тебе ужин несу. Я его грела прям. Специально заранее достала. Из холодильника, да. Будешь? Ой, я забыла свет тебе включить. Угу, привет. Будешь ужин? Или тебе отнести? Бери. Юль. Нет? Ты опять не голодная? Угу. Ладно, я пойду положу. В общем, у меня на телефоне осталось место на 10 минут видео. Я уже удалила все, что могла. Но оригиналы-то я не могу удалить. Мне надо их хранить. Хотя часть оригиналов я тоже удалила, которые особо не несут никакой ценности. Компьютер сдох совсем. То есть он вообще не включается. Я Гришу просила помочь мне собрать новый компьютер, чтобы он там все собрал, установил. Ну, я уже рассказывала. Вот, но пока еще ничего не готово. Я не представляю, как ехать на рептилиум с телефоном, на котором нет места. Сейчас я попытаюсь что-то скинуть на ноутбук, но на ноутбуке у меня тоже не было места. А через ноут можно попробовать на жесткий диск через переходник. Но в прошлый раз что-то у меня не получалось. Надо сейчас еще пробовать. У нас, по-моему, не было провода нужного. Вот, поэтому видео длинного не будет, будет вот только такое. Вот. Ой, ну, все, холодно, я замерзла. У меня что-то в совешне сидела, как-то тоже подмерзла. Ну. Но